Всем привет! Итак, сегодня тема жопобольная для многих, поэтому я в бронежилете для защиты от хейтеров и прочих неадекватов. Сразу же, все сказанное мною, это мое личное оценочное суждение по данной теме. Я никого ни к чему не призываю, просто высказываю свое мнение, а в остальном, в конце концов, решать, собственно, только вам самим. Тема у нас 6 причин не знакомиться с девушками и женщинами. И сегодня причина первая – физиологическая. И как сказала представительница прекрасного пола, я сказала с Артурием! Все мы люди, все мы, так сказать, живые. И физиологическая причина, поэтому у нас стоит на первом месте. Вот, скажи себе сам, парень, мужчина, ты когда знакомишься с девушкой, ведь в 99,999% случаев ты не испытываешь какие-либо там высокие чувства к ней, ты не собираешься строить с ней какую-то материальную империю и так далее и тому подобное. Ты там не собираешься с ней открывать какую-то больницу, например, для лечения заболеваний, либо лабораторию для изучения новых миров. Первая и самая основная причина для знакомства в 99% случаев это... А ты угадай! Задача ей присунуть хорошенько. Это точно! Собственно, все. Объясняю, почему. Во-первых, допустим, ты назначил свидание с какой-либо женщиной. Ты перед тем, как идти на свидание, перед тем даже как одеваться на него, включи порнуху и хорошенечко подрочи. Желательно два и более раз. И я тебе гарантирую, в 99% случаев тебе это свидание с девушкой-то будет уже и не нужно, по большому счету. Вот в этом-то вся и хуйня. Если же все-таки ты хочешь испытать тепло женского тела и так далее, есть следующий способ подавить в себе эту страсть. Вызвать проститутку, ты получишь сервис, заплатишь за это деньги. Деньги, сервис, деньги, сервис. Без лишнего мозгоклюйства, трат времени и чаще всего даже без последствий. Если тебе женщины нетяжелого поведения не подходят, есть третий способ следующий. Не нужно никого добиваться. Вообще, женщину не стоит добиваться. Это она должна добиваться тебя. Потому что по природе так сложилось, что семья нужна именно женщине. Не стоит никого добиваться. Вокруг много девушек и женщин, которые на самом деле сами на тебя будут вешаться. И тут главное перебороть себе эти стереотипы. Плевать, кто на тебя вешается. Косая она, кривая, худая, толстая. Там с зайчьей губой, абсолютно не важно, какая она на внешность. Тебе нужно что сделать? Правильно, удовлетворить свою сексуальную похоть и более ничего. То есть ты себе сделаешь приятное, ей сделаешь приятное, и вы разбежитесь. Всегда, кстати, можно представляться чужими вымышленными именами. Собственно, это была причина первая. Остальных я расскажу в следующих видео. Жмите лайки, жмите на колокольчик и подписывайтесь на этот канал. Здесь говорят правду.